Слепень бычий. Вид двукрылых насекомых из семейства слепней. Длина тела от 10 до 24 мм. Темно-бурого цвета, с грудью, покрытой желтоватыми волосками и черноватыми полосками. Сегменты брюшка сверху с белым треугольником посередине и окаймлены сзади красно-желтой полоской. Крылья слегка буроватые. Ротовой аппарат соответствует размеру. Это колющие, режущие органы, способные проколоть даже толстую кожу. Верхняя губа протыкает покровы жертвы, а нижние разрезают кровеносные сосуды. При укусе слепень выделяет антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови. Поэтому укус бычьего слепня достаточно болезнен и часто вызывает аллергические реакции. Кровью питаются только самки слепней. Кровь им нужна для созревания яиц. Связь процессов питания кровью и откладки яиц называется гонотрофическим циклом. Кроме того, самки, как и самцы, питаются нектарами и падью. Самка слепня может выпить от 200 до 500 мг крови перед тем, как приступить к откладке яиц, что в 1,5-3 раза больше массы голодного насекомого. При этом слепни часто набирают такое количество крови порционно. Возможность такой стратегии и объясняет их назойливость и сопровождение животного хозяина в течение иногда до нескольких километров. Отличить самца и самку можно по глазам. У первого они соприкасаются на лбу, у самки разделены. Глаза, надо сказать, очень красивы, покрыты разноцветными пятнами и полосами, которые пропадают после смерти насекомого. Спаривание происходит обычно на лету. Самка откладывает яйца на растения или грунт около водоема. В одной кладке может быть до 600 яиц. Личинка слепня – червеобразный хищник, который охотится в стоячих водоемах, болотах, либо влажных почвах. Отсюда связь этих кровососов с водоемами. К тому же именно здесь, на водопое, легче найти жертву крупных млекопитающих. В мире существует почти 4500 видов слепней. В нашей стране обитает почти 200 видов. Эти насекомые имеют важное хозяйственное значение как распространители многих болезней домашнего скота и человека. Слепни переносят сибирскую язву, тулеремию, анаплазмозы, трепаносомозы, инфекционную анемию лошадей, клещевой энцефалит и другие болезни. В период массового лета на одно животное может за час нападать более 1000 насекомых. Своими укусами эти паразиты доставляют много беспокойства животным. Раны от укусов могут долго не заживать. При этом неизвестно достаточно эффективных репеллентов от слепней. Их отпугивает разве что дым.
Также активность этих кровососов зависит от погоды. Наибольшее их количество достигается в солнечные и жаркие дни.